Последствия одного из ДТП в Барнауле ликвидируют уже больше недели. Добровольцы пытаются вытащить фуру, слетевшую в кювет на горе возле магазина «Арсидум». Напомню, накануне в паблике «Барнаул-22» появился призыв к подписчикам с просьбой помочь дальнобойщику, который не может своими силами поднять завалившийся грузовик. Поставить фуру на колеса вызвались уже и власти города, представители комитета по дорожному хозяйству и строители. Для эвакуации фуры была задействована спецтехника, но и это не помогло. По словам специалистов, поднять грузовик получится только когда установится хорошая погода. Наш телеканал будет следить за развитием событий. И она дымила вся, я скорость выключить не мог, заглушить двигатель не мог. Ко мне подбежали люди, вот, кабина очень высокая, открыли дверь, чтобы меня вытащить. Ситуация такая сложная, с которой справиться, я думаю, ну, только поможет какая-то мощная техника, там крана какого-то мощного, который может поднять.